сегодня солнышко радостно проснется. Глянет к нам в окошко и ясно улыбнется. Вечер проказник пусто сгонит беды. Вечерний праздник, сраный день победы. В городском парке культуры и отдыха состоялась праздничная программа, посвященная Дню Победы. В этот день здесь прозвучали любимые песни военных лет в исполнении духового оркестра Щелковского театра, лауреата вокальных конкурсов Сергея Есина, хрустального голоса России Александра Югорского и других исполнителей. Традиционно в День Победы все пришедшие в парк смогли угоститься кашей из полевой кухни. За ее организацию уже второй год отвечает Олег Леонтьев, который специально приезжает из Калуги, чтобы приготовить угощение для гостей праздника. Здесь полевая кухня у нас. Представлены образцы довольствия наших солдат времена Великой Отечественной войны. Здесь мы готовим для бойцов кулеш, щи, кашу. Из всех подручных продуктов, которые нам поставила Родина. Вот. В том числе привлекаем и подножный корм. Чеснок дикий, там лук всевозможный, ну и то, что там тушенка, и все, что мы раздобудем по мере возможного. Наша кухня простая, оттого и вкусная. Продукты все натуральные, готовятся с душой, с любовью. Всем нравится. Каша очень замечательная. Реально вспоминаешь годы, проведенные в войсках Советского Союза. Все желающие смогли попробовать себя в роли добровольца, пройти медкомиссию, узнать, как пользоваться оружием, ознакомиться с телефонной станцией и выполнить различные задания. А сегодня у нас здесь военная площадка, посвященная Дню Победы. Призывной пункт 41-го года. С начала Великой Отечественной войны добровольцы записывались в массовом порядке с первых дней. И, соответственно, здесь вы видите стол записи в добровольцы, где выдают специальную, значит, разнарядку, по которой надо пройти по всем точкам и отметиться, получить задачи, выполнить задачи. Каждому интересно что-то сделать своими руками, чему-то обучиться, что-то пройти, получить какой-то навык, в том числе спортивный. День Победы – праздник, который объединяет народы, поколения, всех граждан нашей страны. Так и в этот день он объединил жителей Щелково и гостей города, пришедших в парк, чтобы вместе встретить великий праздник с улыбкой и слезами на глазах. Драгоценный праздник. Я очень рада, что я дождалась этого дня. У меня отец воевал. Очень живой остался после войны. Мы его долго не было, его пришел только в 46-м году. Но мама его ждала, бабушка, мама моя его ждала. Вот, пришел живой. Все были рады. Ну, конечно, истощенный, больной. Поэтому для меня этот праздник просто драгоценный. Помним, любим, всем желаем здоровья, чтобы у всех все было хорошо. Евгения Корытько, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.